И автомобилистам хорошо, и пешеходы довольны. В этом году 49 тверских улиц протяженностью более 50 километров должны преобразиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Также по плану привести в порядок за этот теплый сезон 29 тротуаров в разных районах областного центра. За ходом ремонтных работ наблюдал наш корреспондент. В этом году по плану привести в порядок почти 30 городских тротуаров. Объекты есть в разных районах города. Масштабные работы активно идут и в самом центре Твери. Здесь ремонтируется пешеходная дорожка вдоль Волги, которая, в свою очередь, является лицом города и имеет большую проходимость в разгар туристического сезона. Ремонтные работы на набережной Афанасия Никитина начались несколько недель назад. Сейчас они в самом разгаре. За моей спиной работает дорожная техника. Уже привезена брусчатка. В ближайшие дни пешеходную зону ей уже вымостят. Прежнее покрытие пришло в негодность. Пролежало оно примерно лет 5-6. Но в последний год пройти здесь на каблуках или проехать на низком самокате было довольно небезопасно. Тротуары также обустраивают на улицах Советской и Новоторской. В эти дни здесь работает техника. Снимается старое покрытие. Часть работ уже выполнена. Помимо тротуаров, в порядок приводится и дорожное полотно. Всего в этом году планируется отремонтировать 40 улиц города общей протяженностью около 50 километров. Это объекты в разных районах. Надо отметить, что большинство центральных улиц областного центра уже отремонтированы в предыдущие годы. В 2021 в Тверской области было приведено в порядок более 150 километров муниципальных дорог. В Твери по нацпроекту более 60 километров дорожно-уличной сети. Глава региона отметил, важно поддерживать этот тренд, обеспечивать привлечение к работам хорошо зарекомендовавших себя подрядчиков. Работа очень ответственная. Мы знаем, что очень большая востребованность по качеству этих дорог со стороны наших жителей. Более того, эти дороги обеспечивают и функционирование школьных автобусов, скорой медицинской помощи, МЧС, полиции и просто граждане, которым ездят. В Твери в 2022 году запланировано отремонтировать больше 77 километров дорог, большую часть в рамках нацпроекта. В Заволжском районе приведут в нормативное состояние 13 километров улиц, в Московском – свыше 20, в Пролетарском – порядка 7, а в Центральном – более 11. Также в этом году были получены первые средства на строительство дорог для населенных пунктов с трудной транспортной доступностью.